Какой бы режим работы ни был, за любой труд нужно платить, но не всегда это правило выполняется. В законодательном собрании региона заявили, что почти 6 миллиардов рублей может не хватить на зарплату учителям в этом году. Это стало поводом для прокурорской проверки. В результате ревизии специалисты надзорного ведомства убедились, что существуют риски невыплаты заработной платы сотрудникам образовательных организаций. Еще при формировании бюджета Иркутской области на 2021 год власти сообщили, что на выплаты педагогам средства предусмотрены только на 10 месяцев. В июне эту часть расходов увеличили на 700 миллионов рублей, однако, возможно, это не покроет потребности. Прокуратурой области предостережен региональный министр образования о недопустимости нарушений федерального законодательства, которые могут повлечь несвоевременную выплату заработной платы работникам образовательных организаций региона. Вопросы соблюдения трудовых прав работников образования находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.